Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский встретился с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта. Основная цель – обсудить инициативы и наметить перспективы для дальнейшего сотрудничества между активистами и органами власти. В ходе встречи были затронуты такие важные для региона темы, как жилищное строительство, благоустройство территорий и меры социальной поддержки жителей региона. Вопросы образования, здравоохранения, благоустройства дворовых территорий, строительства детских и спортивных площадок и многие другие важные для жителей региона темы – это первоочередные задачи для активистов Общероссийского народного фронта. Основное направление работы общественного объединения – работа с обращениями граждан, помощь в решении насущных проблем. Один из обсуждаемых на встрече вопросов – возможность бесплатного посещения детьми кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. То есть организовать бесплатные кружки и секции в дополнительное образование. То есть сейчас, когда мы перешли на тот момент, что все дополнительное образование практически платное. То есть часть оплачивает бюджет, часть оплачивает округ. Вот. И для того, чтобы дети у нас были заинтересованы, могли ходить и попробовать себя в самом начале, было бы здорово, если бы хотя бы там 1-2 кружка были за счет бюджета. Мы никогда не откажемся от того, чтобы обеспечить бесплатными правами тех, кто по-настоящему в этом нуждается. Активисты Общероссийского народного фронта по обращениям жителей региона инспектируют объекты инфраструктуры, мониторят состояние детских игровых площадок и обращают внимание органов местного самоуправления и государственной власти на необходимость вмешательства в решении тех или иных проблем. Благодаря фронтовикам многие объекты удалось сделать удобными и безопасными для нарьинмарской детворы. По контролю качества детских площадок. Вот это крайне важный вопрос, и я очень благодарен за то, что вы уделяете этому внимание, потому что это коллеги знают, вы тоже зачастую проезжаете объекты, которые нам пытаются сдать, там иногда долгое время их не принимаем просто потому, что вроде бы внешний вид симпатичный делает, а когда начинаешь там копать, чуть-чуть попробуешь сам зайти на эти детские площадки, понимаешь, что это иной раз просто опасно для здоровья детей. Эта встреча на уровне главы субъекта Российской Федерации в первую очередь возможность для общественников напрямую поделиться с руководителем региона своей точкой зрения на развитие территории округа и его столицы. Обозначить социальные проблемы, требующие внимания органов власти. Один из таких вопросов – поддержка студентов и учащихся средних специальных учебных заведений округа. Речь идет об индексации стипендий, которой не было последние 5 лет. Но у них есть обращение по своей стипендии. В 2014 году, наверное, последний раз было повышение стипендий. Вот, 600 рублей установлены им стипендии, и с этого года больше не повышалось. Губернатор обещал рассмотреть данные вопросы и поддержать целый ряд инициатив активистов Ненецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».